Физкультурно-спортивное общество «Украина» не перестает удивлять измальчан разнообразием предлагаемых им соревнований. Так, субботним утром 18 апреля на берегу Лебяжьего озера прошли состязания по спортивной рыбалке среди детей работников предприятий и учреждений города. Всего на каналах озера собралось около 70 любителей рыбной ловли. Нельзя сказать, что улов спортсменов был большим. В основном попадались небольшие экземпляры карася, сазана и царька. Но это ведь не было главным. Отдых, общение на природе – все это сближало людей настолько, что о духе соперничества никто не вспоминал. Многие маленькие участники соревнований доверили ответственное дело своим дедушкам и бабушкам, а сами то и дело носились вдоль берега, играя сорванными камышами. Кто-то принес детям черепаху, и это стало для них настоящим событием. 4 часа рыбной ловли пролетели незаметно. Настало время подведения итогов. И здесь главным критерием служила не масса улова, а количество пойманных рыбок. Наибольшим он оказался у Сергея Украинца – 30 штук. Но, как и полагается в спортивной рыбалке, после соревнований вся выловленная чешуйчатая братья была выпущена назад в озеро. Снежана Стрепетова, веб-студия «Курьер».